Я поток. В моей жизни нету фразы, я потом. Нужно снять блины, пока есть. Остался один горелый. Мы пекем блины. Да, последний. Последний, просто мы не успеваем снимать. Жарко, да, Валерчик. Кто бежит? Очень жарко. Так, меня радует, у нас пошла мука. Раньше мука у нас долго стояла, сейчас мама, там девочки. То ладушки, то блинчики, то сырники, то блины, то еще что-то. Скоро пирожков тогда ждусь. С картохой. Вот как раз картохи немного купил. Вредно. Ну, один раз. Один раз. Раз в полгода хотя бы. Так, Николь, как бы тебя сюда засунуть? Давай, иди. Ты только с бассейна, да? Угу. Разбирай. Как она плакала, что ты ушел? О, да, я видел, как я уезжал на машине. Она говорит, папа. Хвостиком бегала, бегала. Ты свой список не дала, что купить. Ой, ты же у тебя на носу пиявка сидит. Плакала, да? Плакали, потом ели ягоды, гуляли, да. Потом плавали, а там и папа потом быстро папа приехал. Уже быстро. Так, папа хлеба набрал, побывали, съели. И себе хлебушка. Вкусненько, кстати, я вчера салатиком ела. Да, темный, он не ко всему подходит, но... У него есть вкус. Бородинский вкусный. Особенно раньше, ну вот этот вот хороший киев хлеб, вот этот именно вот. А детский испортился. А то я стараюсь не покупать одесский хлебокомбинат. Это вот. Что там не очень. Так. Не очень, он рыхлый стал. Он рыхлый, он быстро портится. Угу. И ешь, и такой привкус голубей такой. Это я шучу. Валер, ну ты знаешь привкус голубей. Не знаю, я шучу. Так, это сейчас будет папа делает что? Что папа будет делать? Молоко. Нет, не молоко. Папа выгрузит все, что тут. Так, это закинуть что-то, чтобы было. Тут дети постоянно голодные, так хоть колбаску достали. Они все делают бутербродики. Сделали бутерброды и поели. У нас сколько детей не корми, они всегда голодные. Ну, это нормально. Это нормально, да. Растущий организм. Да. Ух ты! Сегодня будет это блюдо выходного папиного дня. Ух ты! Умилки! В соусе в духовке. Да? А я сделаю соус к ним, да? И что-то еще надо приготовить. Картошечку, да, пожарить? Так, сегодня мороженого не будет. Сегодня будет позже там у нас... Коктейльчик. Я спрятал бананы, чтобы... Тихо. Николь не съела. Тихо, тихо, говори. Я все, я поняла. Такие истёки. А кто блинов наелся больше всех? Такие истёки. Пока жарились блины, она их... Оп-оп-оп. Пузико твердое. А потом и пошла на ягоду. А потом добралась до твоего... Винограда Молдова, а он кислый, она начала плеваться. Потом мы пошли купаться, она так круто плавает. Так, молодец. У нас ребенок уже плавать умеет. Да. Еще на горшок не ходит, но плавает. Держи! Ну что, она уже проговаривает слова. Я ее понимаю, по крайней мере. Все, побежали. А папе надо будет сейчас мариновать мясо. Да. Курицу. Гречаночка, итальяночка, Ирочка готовит салат. Посмотрите, какой натюрморт. Оливковое масло, домашние помидоры, оливки. Соус сделала из греческого йогурта. Очень вкусно будет макать курочку, которую Валера запек. И греческий салат. Ну так, по-богатому. Это что-то нечто. Какие тут ароматы стоят. А тут еще картошечка по-селянски жарится. А что тут в духовке, то я вообще молчу. Мега блюдо от Валерио. Валерио, ты грек или итальянец? Или кто ты? Я все вместе. Ты все вместе? И любимый муж, и заботливый папа. Самый лучший мужчина на свете. Блин, как круто видеть красоту во всем. Куда ни глянешь, везде красота. Куда ни глянешь, везде надо сказать Богу спасибо. Это такая классная практика, когда у вас нет настроения.
или нет вдохновения, просто скажите спасибо. 5 минут проговорите, за что бы я сказал Богу спасибо. И поверьте, возьмутся и силы откуда-то, и настроение возьмется. И будешь делать все с такой энергией и любовью ко всему. И все будет вкусно, и все будет полезно и классно. И главное просто сказать Богу спасибо. Не пересохла там курочка, мы ее оставили? Не, нормально, все нормально. Все хорошо? А, нормально, все хорошо и прекрасно. Ну что, будем обедать? Ням-нямки. Ням-нямки. Тут у нас соус под курчик, салат, картошечка. О, а пива не будет, не? А, мы ж не пьем. Что ты мне сказала, я в магазин ездил. Я не знаю. Мы сегодня не пьем. Мы не пьем сегодня. Стол накрыт, а детей нет? Один ребенок самый голодный. Валера идет. Иди зови, наверное, всех кушать. Сейчас картошечку еще раз дадим каждому в тарелочку. Ну, вот такая у нас вкусная тарелочка. Можно еще сюда добавить оливочки. Да, по вкусу. Кто любит, мы любим. Нам вкусно, то мы едим. Все, всем смачного! На здоровье! Снова собрали урожай. Ой, черные нарезала помидорки. Самые вкусные там черненькие такие были, потом идут такие рифленые. Вот, а сливки, наверное, вот такой не хватает нам. Все-таки воды, влаги, и она такая пустая. А так все супер вкусно. Наш завтрак. Супер вкусный омлетик, салатики, сырнички на десерт. И хорошее настроение. Ну что, идем кушать? Не, она нормальная, она свежая. Да, это сметана. Маша нюхает сметану и зависла. Я говорю, нормально, не переживай. Ты сейчас хлебом? Молодец. Чеснок будешь себе чистить? Ну, тут есть соус чесночный, как хочешь. Все равно будет, говорят, чистить. Тут, да, в сырнике, да, молодец. Сегодня мы собираем урожай. Опять детки собрали помидорки. Они там еще и подъедают. Ой, запеклась помидорка. Эту я выброшу. У нас очень жарко, нужно поливать. Поэтому мы собрали все спелые помидорки. Много едим и будем поливать. А еще я собрала морковочки немножко. Лук тоже наш. Сделала зажарку и буду готовить деткам тефтельки на обед. Я готовлю подливку. Одну часть на дно без томатов. А вторую часть, когда сделаю тефтельки, буду поливать вот таким соусом. Тут уже томаты, вот тут специи, травы. Процесс готовки. Обжариваю в муке. Сначала обваливаю, потом обжариваю с двух сторон. Ну так, по-быстрому. До такой золотой корочки. А это ждет. В конце буду добавлять. На гарнир я поставила картофель варить на пюре. Тут уже кипит хорошенько тефтели, просто водичка там и специи. Дальше у меня соус, осталась мука от тефтель, когда я обваливала. Я сейчас ее поджарю с овощами, с помидорками. Добавлю немножко разных специй и водичку. Сделаю такой густой соус. И получится потом к пюрешке, к тефтелям шикарная подливка. Соус загустел, я добавляю к тефтелям. Но если вам густо, то разбавляйте водичкой. У меня в тефтелях уже есть вода. Поэтому я уже буду просто смотреть. Если будет густо, буду разбавлять. Там есть вода. Кипит. Все, вот такая красота будет томиться потихонечку. И надо смотреть, чтобы не был сильно густой соус. Можно еще добавлять водичку. Я все-таки добавила еще водички и пару веточек базилика к мясу. Это вообще супер подходит. Покипит, еще попробую на соль, перец. И будем скоро кушать. У нас сегодня такая неимоверная жара.
Еще нам плюс обещают отключить свет. Где-то под вечер. А я пришла посмотреть, как ты купаешься. Виноградиком? А что там, что-то есть? Мы тут уже подъели хорошенько его. Слышь, пошел по второму кругу цвести. Да. Видишь, уже можно. Ну, видишь, он прикольный в этом плане. Его еще любят эти пчелки. Угу. О, у нас все горит, жарко очень сильно. Тут Молдова у нас еще дозревает. Ну, что-то она недельку. Да, она вкусная такая, когда уже дети в школу пошли. Я помню, дети идут в школу, а мы кушаем осенью. О, супер виноградник, как тебе показать. Все горит, короче. Огурцы сгорели, там я вообще убрала их. Очень жарко. Ой, не успеваем все поливать. Все горит, все горит. Жуетесь? Ты будешь купаться или нет? Очень жарко у нас. На улицу хоть бери, не выходи. Мы за тобой подсматриваем. Все, я спряталась. Спряталась я. Буду наблюдать за Валерой, как он купается. Марк, ты не плаваешь или уже наплавались? Наплаваюсь. Молодцы. Ну, больше. Оля, если бы Кира и Оля чуть позже зашли. Не дают купаться? Ага. Покажу наш обед. Пюрешка, подливка, салатик из томатов и лука и сметанки. И дети точно так же едят. Все, всем смачного, кто есть. У меня есть только фраза, я готов. И страха нет остаться за бортом.